Ребята, всем привет! Сегодня второй день закончился. Я выполнил задание ежедневное, особое задание, и, по-моему, больше купить. Третье особо не могу купить, как обычно, да? Ну, то, что доступно только две. Так, теперь назад. И теперь давайте посмотрим, выполнил особые задачи сегодня и две ежедневки. За это я получил... Ничего не добавилось. Давайте теперь еще я выполнил... Испытание одно. Василий Зайцева набить фрагов, там сколько? 242 фрага. Сейчас получил 30 очков. И чё? И куда нам эти очки дали? И эти очки... А, о, есть. Забрать приз, забрать приз, забрать приз. Бандерман, ладно. Короче, я был здесь, ребята. Считаем. Раз, два, три, четыре. Четыре. То есть... А, мне уже 20 уровень. Подожди. За испытание дается 30. А, прогресса 30 очков. Прогресса. То есть раз, два, три, четыре. Это каждый... По 106 очков, что ли? Дублер Британии. На модель еще поставил дублера, да? Прикольно, они придумали. То есть больше не могу ничего открыть, да? Что-то непонятно. Был 16, стал 20. 10, 20. Ага. Вот как оно. Здесь 10, 20, 30. Но все равно что-то не понял. Ладно, пофиг. Еще у нас тут аватарка. Давайте аватарку поставим, посмотрим, что за аватарка. Это аватарка и иконка игрока. Давайте, это больше мне нравится. Красиво выглядит как-то. Все, спасибо. Завтра будет третий день.